Самый нелепый способ сломать карьеру футболиста. В 1999 году аргентинский вратарь Карлос Роа выступал за Мальорку, и им уже интересовались клубы АПЛ. Но неожиданно он объявил о завершении своей карьеры прямо на пике. Что же случилось? Ему угрожали? Дали взятку? А может, бросила девушка? Нет. Просто Карлос был мега суеверным и испугался конца света, который предстоял в начале третьего тысячелетия. Как мы знаем, конец света так и не настал. И совсем скоро Карлос вернулся в футбол, но уже был никому не нужен и играл только в низших дивизионах. Подписывайся, в профиле много интересного.